Черчи идет по центру и совершает потерю. Пытаются разбежаться игроки Палермо. Встать на свои места. Касани. Бьет, по-моему, на Черина. Гол. Или это кто? Это сейчас мы посмотрим. Кто забил? Ну, гол не из гол. 1-0 Палермо впереди. Йосип Иличич. Браво, Иличич. Третий гол в чемпионате. С ума сойти. Нили сделал пас. Иличич. Пробил с подъема. Чуть-чуть крутанув мяч влево. Видите, как он полетел, под какой траектории. И вонзился мяч в верхний угол ворот. Фре, что называется, без шансов для вратаря был удар.